Всем здравствуйте, с вами Счастливая Улитка. Сегодня сделаю большую подушечку для булавок, для мамы. Ранее я показывала, как делала маленькую подушечку для иголок. Но для таких больших вещей, как я показывала ранее вам одеяло, сейчас вы видите их на экране, удобнее использовать большие подушечки для булавок. Поэтому будем делать большую для мамы. Итак, вышивка из Fix Price. Я показывала ранее ее покупку. Я показывала обзор на эту вышивку. И я показывала, как я ее стирала. Рисунок данной вышивки понравился маме. И размер подходящий. Буду обшивать фон. Розовым мулине. Мулине тоже покупала в Фикспрайсе. Вышиваю. Чтобы ровно сделать края одинаковыми со всех сторон, я размечаю середину нитками яркими. Потом я их выну. Вышито. Беру серую ткань. Отрезаю квадратом и глажу. Булавками прикрепляю к лицу, к вышитой части. Прострачиваю на машинке, можно и руками, но на машинке мне быстрее. Прострачиваю не до конца. Оставляю непрошитую часть, чтобы затем вывернуть. Далее отрезаю ненужные края ткани. Выворачиваю. Набиваю. Зашиваю. А теперь булавки. Именно для них эта подушечка и шилась. Мама ей уже вовсю пользуется. Говорит, нравится и удобно. На все видео, про которые я говорила, ссылки будут в описании к этому видео. Такая подушечка у меня получилась. Это было все на сегодня. Всем спасибо за просмотр, всем спасибо за внимание. С вами была Счастливая Улитка. До свидания.